Японские банки тестируют блокчейн. Как сообщает CoinDesk, банковский холдинг Mizuho опубликовал результаты тестирования блокчейн-платформы для торгового финансирования. Японский торговый конгломерат Marubeni Corporation и японская страховая компания Sompo Japan Nippon Coa Insurance приняли участие в этом эксперименте. Во время тестирования цифровой блокчейн-платформы был проведен полный цикл торговой операции между подразделениями в Японии и Австралии, включающий все торговые процессы от выдачи аккредитива до доставки торговых документов.